Эй, ребята, короткое видео, как у нас снег выпал. Ну, точнее, он еще идет до конца вечера, должен идти. Ты я домой уже подъезжаю. Вот так чувачок чистит снег. Вон там девочка машину чистит. А я только что на Uber покатался, что-то думал, будет заказа много, на самом деле все люди, наверное, по домам сидят, никто на работу не собирался ехать, потому что заказа было мало и не очень, как бы, получилось. Ну, два часика покатался, вот, подъезжаю уже домой. Вот сосед, у него модная чистилка. И вот мои румейты еще спят. Так, как тут заезжать сейчас? Так, сейчас надо включить 4 колесика, а то я двумя не заеду. Там где-то у меня вот. И поехали, поехали. Так, чуть-чуть назад. Короче, все, вот я приехал домой. Осторожно. Это, все клево.